Луганск и Донецк под нашей защитой. Любой снаряд со стороны этой бандеровской сволочи приведет к полному краху украинской националистической власти. Мы освободим народ Украины. Я уверен в этом, что вся Украина будет российской. Они все понимают, что это произойдет. Вопрос только времени. Я вам скажу, любой снаряд в сторону Донецка или Луганска мы будем воспринимать как удар по Москве. Имейте это в виду, сволочи бандеровские. Украину не оставим. Русский мир будет нашим. Он всегда был и будет нашим.